Процедура кернения асфальта или взятия пробы покрытия – один из необходимых процессов перед приемкой готового объекта. Работа не занимает много времени, но ее результат важен для того, чтобы понять, соответствует ли асфальтобетонная смесь заданным стандартам качества. Специалисты профильного предприятия с помощью специальной установки – кернотборника – вырезают небольшие цилиндры размером до 10 см. В дальнейшем эти образцы отправляются в лабораторию, где их проверяют по трем основным показателям. Будет проверен зерновой состав, показатели содержания битума, содержание воздушных пусток. Для процедуры кернения выбрали улицу Народную. Сейчас здесь в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют асфальтовое покрытие на участке от улицы Обувной до Шоссейной протяженностью 1,5 километра. Общая площадь обновляемого асфальтобетонного покрытия порядка 19,5 тысяч квадратных метров. Работа закончена на 90%. Подрядной организации осталось уложить порядка 4 тысяч квадратных метров. Это включая въезды и основной вход около 100 метров. Как правило, берутся не менее 3 проб асфальта с участков 7 тысяч квадратных метров, уточняют специалисты. Уже после кернения и проверки образцов лаборатории выносится решение, принимать объект или нет. В случае отказа подрядчик должен будет за свой счет провести ремонт участка заново, начиная с фрезерования и заканчивая укладкой нового слоя асфальтобетона. После чего процедуру кернения повторяют до положительного результата. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, «События».